Это было понятно. Не знаю, это руки на руки. Что здесь происходит? Как так? О, он в другую сторону выгнулся и теперь мешается. Нет? Вот, угадал. Так это чистый такой опыт. Так топ не зовет, а пальцем согнул и дальше типа феном. Ладно, это фен. Да, он деформируется вокруг заклепок, создавая там просто такие гармошки. То есть, если бы вы еще плотнее, тогда, соответственно, гармошек бы не было. Так половина информации еще уходит. Ты можешь снизу посмотреть. Снизу волнуется, да? Нет, подойди, посмотри. Вот там, на самом деле, видны такие...